итальянец, на третий Грейг Клинч, ирландец, на четвертый Жоэль Бургундер, швейцарец, турок Бутаган Алтенташ, пятая, Александр Гладец из Германии, шестая, и на восьмой дорожке Джерри Данн из Великобритании. Британец, участник национальной команды, эстафетной команды 4 по 400 метров, Джаред Данн. Поэтому всегда спортсмены Великобритании 400 метров на таком уровне бежит хорошо. Поэтому, несмотря на то, что в этом году у него всего 46.02, лично его рекорд 45.09. Это второй результат после Бутрыма, если мы сравниваем лично рекорды. Так что вот он сейчас довольно уверенно бежит. Я думаю, если сила у него все в порядке с формой, он набежит еще. Вот, и смотрим, да, и он, и швейцарец, вот эти два спортсмена как раз и достаточно уверенно заняли первое и второе места в этом забеге. Так что Джаред Данн, собственно, подтвердил то, о чем я говорил чуть раньше, британцы...